предложение сегодняшнего дня. Полуботинки. Эксклюзивная пара обуви Джина от легендарного бренда Вилмор в цене только сегодня 1999 рублей. Мои очаровательные, если вы мечтали о красивой паре обуви на каблуке, но все не находилось, отказывали себе, то сегодня вы их смело, я думаю, нашли. Эксклюзив от бренда Вилмор, представленный прямо сейчас на ваших экранах в трех цветовых решениях. Бордовый, черный и синий, размеры от 36 до 41. Ну и очень нам повезло, друзья, что сегодня эту пару обуви для нас презентует и подбирает лучшие, конечно же, красивые, яркие образы наш звездный стилист, который знает о моде все. Микола Комендров сегодня для вас. Еще раз с вами здравствуйте. Сегодня мы с вами действительно встречаемся как клиент и стилист, потому что я сегодня и на моде, и на обуви буду вам помогать выбирать для себя осенний гардероб. Давайте выбирать для себя предложение полуботинок женских Джина в бордовом цвете, если вы хотите именно опьяняющего эффекта. Или, например, уже готов тортик, осталось только украсить вишенку. Может быть, вы готовы стать этой той самой вишенкой. А может быть, вы любите загадки, фиолетово-синий оттенок, этот магический цвет, цвет миллионеров. И, кстати, многое валюта во многих государствах именно отмечена в синем цвете самой крупной купюры. А может быть, вы любите классику. Такой же строптивый характер, такой же сексуальный. Вы сами знаете, что Габриэль Шанель обладала самыми лучшими любовниками, но при этом она любила черный цвет. Может быть, вы сегодня проведете эту параллель и будете той самой Габриэль Шанель? Ну что же, главное успеть выбрать свой размер от 36 до 41. Микол, я выбирала свой 38. Какие у тебя будут рекомендации? Я также рекомендую выбрать размер в размер, потому что это бренд Вилмор, 25 лет на рынке. И самое главное, эксклюзивность не только самой модели Джина на нашем канале, но и эксклюзивность в том, что этот бренд единственный, кто работает в 3D-моделировании. Но наши девочки выбирают для себя по своим параметрам. Если у вас есть какие-либо нюансы, вы можете выбрать, например, как Марина. Она на размерчик больше. Но опять же, не из-за того, что они маломерят. Марина просто захотела слегка свободы. Да, да, потому да. что у нее сочетание высокого подъема и свыше десятой полноты. Если у вас похожая проблема, у вас и полнота выше десятой, и есть подъем, можете взять на размерчик больше. Знаете, с учетом того, что осенью вы пододенете более плотный носок или колготки. А если у вас как бы даже есть вальгусное нарушение, как и у нашей Светланы, вы уже неоднократно его видели вживую, например, Света вообще без проблем взяла свой размер, 39. Выбирайте тот, который вам подойдет наибольшим образом. Все рекомендации вы услышали. Сейчас, друзья, практически начало августа. Это супер время, чтобы успеть забрать для себя осеннюю пару обуви. И чтобы в сентябре не бегать по магазинам и не искать новую красивую коллекцию. Эксклюзивная коллекция от бренда Вилмор появляется в самой выгодной цене для вас, которая действует только один день. 1999 рублей. Вы думаете, что они тяжелые, а каблук безумно высокий, вы будете уставать? У нас есть свое решение на это применение. Микола, в чем здесь секреты? А секрет здесь в том, что здесь правильная конструкция. Во-первых, мы видим с вами перекат. Мысок приподнят и также приподнят каблук. Смотрите, 6 сантиметров приподнятости мыса против 7 сантиметров каблука. Их отличает только 1 сантиметр. Небольшая посадка. Смотрите, наша горизонталь слегка искажается всего лишь навсего на 1 сантиметр. Это говорит о том, что когда вы носите эту конструкцию, вам кажется, что вы носите ее без каблука. Так делали каждый. Я тестировал данное предложение, всем нашим девочкам давал их померить. Первое, что я слышал, а каблук не чувствуется, а каблук не чувствуется. И это говорила каждая. Смотрите, вы сейчас видите три элегантные ножки, три женских истории. У каждого она своя. У каждой своя ножка. У кого-то вальгусное нарушение, у кого-то полнота высокая, у кого-то ножка миниатюрная. Вы видите здесь отличия? Я нет. Я вижу только отличия в цветах, синем, бордовом и черном. А в элегантности, комфортности и даже о легкой эротичности этих ножек за счет красивого дизайна больше ничего я не вижу. Есть проблемы, давайте их уберем. Ну, а я думаю, что никаких проблем у нас не будет, потому что давайте посмотрим еще и на замер как раз нашей модели Мариночки. У нее все-таки, да, очень большая достаточно полнота. Слушай, она с такой легкостью надевает эти ботинки, и даже не нужен никакой ни рожок, ничего. Да, причем смотрите, если у вас есть похожая ситуация, у вас синдром балерины, то есть высокий подъем, пучковая зона слегка увеличена. При этом у вас еще и полнота, например, свыше десятой, тогда вы можете выбирать для себя либо свой размер, как выбирать,
выбирала Марина, и Марина также выбирает сейчас для подиума на размер больше. Почему? Потому что она это делает с протекцией того, что мы в такой полноте и в таком подъеме будем еще использовать осенью более плотные колготы. Остальным можно использовать размер в размер. Даже, например, с очень серьезной ситуацией, такой как у Светланы нашей, с высоким, точнее, с большим нарушением вальгуса, да, то есть объемным, она выбирает для себя размер в размер. Причем чувствует комфорт за счет того, что эко-материалы достаточно пластичные, гибкие и, самое главное, очень легкая конструкция. Легкие, воздушные, дорогие друзья. Микол, и очень хочется посмотреть, что внутри, потому что чувствуешь, как будто ты прям по подушечкам вот так да. ходишь. Мягкость внутри, конечно же, обеспечивает правильная конструкция. Во-первых, здесь сделали стельку из эко-материалов, но при этом ее простеганную сделали и более губчатую и плотно. Смотрите, у нас идут с вами отверстия конденсирующие по ободку пятки. Для чего? Чтобы убирать конденсат и при этом снимать именно шпоры и различные боли. Свод стопы под вальгусные и варусные профилактики. И, конечно же, мысочную часть. Видите, вот такой в виде миндалины, в виде сердечка, сделанная специально под пучковую зону. Давайте посмотрим эту стельку в графическом режиме, разложенную. Внизу находятся два композита, которые держат конструкцию и ее формируют. При этом они являются мягкими и обеспечивают амортизацию. И все остальные детали вы видите. Амортизирующий свод стопы, амортизирующий пяточная зона и пучковая зона. И все это у нас перекатная конструкция. И все это полуботинки Джина. Абсолютно эксклюзивная коллекция от легендарного бренда Вилмор. Задумайтесь на тему того, что вы уже наденете в сентябре. В конце августа пришла пора закупаться новой коллекцией, а главное по самым выгодным ценам. Цена действует только сегодня, только один день. Это 1999 рублей. Не забывайте про лестницу скидок. Сегодня вы можете получить скидки 5, 10 и 15%. Будьте яркой и счастливой. Выбирайте для себя все самое эксклюзивное. Настоящие черевички для королевы.